Activision и Night Out представляют. С вами я, Александр Романов. Party Vision, как всегда, в центре самых значимых событий столицы. И сегодня мы посетили день рождения великолепной девушки Сабины. Пойдем в Москобар и узнаем, как ребята отдыхают, что пожелают наши имениннице, ну и вообще, как зажигают нынешняя молодежь. И вот сразу оказываемся в центре событий. Интересно же, давайте сразу выхватывать кого-то из толпы и узнавать, что хотят пожелать. Я хочу ей пожелать большого женского счастья, чтобы, во-первых, она никогда не болела, во-вторых, чтобы ее никогда не расстраивал ее молодой человек. Чтобы все твои мечты сбывались, и ты сияла, блистала в наших глазах, как-то так. Я ее очень люблю, моя лучшая подруга, как бы. Главное, родители, чтобы ее любили. Чтобы она была счастливой, и у нее было много любви, и все то, что она захочет. Я желаю Сабинке всегда остаться такой же красивой, веселой, позитивной, доброй. Платье шикарное, платье шикарное, вкус хороший. И чтобы всегда было вокруг нее много хороших людей, как я, ты, они, мы все. Я желаю ей оставаться всегда такой же искренней, доброй, открытой. А самое главное, здоровой быть всегда, и чтобы ее окружали только верные и искренние друзья, такие как я. Характеризую Сабину в трех словах. Красивая, добрая, позитивная. Хорошая, красивая, добрая. Красивая, умная, харизматичная. Милая, сексуальная, умная. Искренняя, красивая и добрая. Смешная, добрая. Блин, просто лучшая, все. Все, одним словом. Вот так вот. I'm in the club looking fresh and clean, yo. Party people asking where I've been, yo. TG Dose on my favorite song. I'm a homie at the bar, pours a caffeine, yo. A pretty girl comes up to me and says, hey, Mr. Crip, when I know I've seen ya. I said, girl, I don't mean to be mean, but I'm a real pretty mama, I don't know what you mean, ma.